80 лет назад одновременно с образованием Ульяновской области в регионе был создан отдел пожарной охраны. Его историей, начиная с послевоенного периода, поделился ветеран пожарной службы, почетный гражданин города Ульяновска Юрий Федорович Рассадин. В прошлом году ему исполнилось 85 лет. Больше 30 лет он посвятил службе в пожарной охране области. Специализация была в отделе пожарной охраны. Один работал, значит, по расследованию пожара. Другой — агитация, пропаганда. А мне, значит, выпала честь заниматься нормативно-технической работой. Как раз в это время начало строительства города, развития города. Вот. Кроме этого, за мной закрепили очень интересные в последующем, значит, для меня оказались, значит, предприятия, которые я обслуживал. Это радиоламповый завод. Завод тяжелых станков, значит, завод вычислительных машин и приборов. Это, значит, не в Новом городе, а на Верхней Часовне. Поэтому, значит, это, конечно, дало отпечаток на всю деятельность последующую. А чем интересны эти были объекты? Что там нового вы привнесли? Во-первых, это, значит, у нас таких предприятий не было. Это предприятие электровакуумной гигиены. Это, значит, выпуск, значит, приборов электроники, ламп, значит, специальных для, значит, приборов. Не обычных накаливания, а приборов для телевизоров, значит, аппаратуры. Ну а технологии чем? Значит, во-первых, пожарная опасность неизведанная. Ни для меня, ни для специалистов, которые работали в отделе пожарной охраны. Поэтому была создана лаборатория. Вот лабораторию в последующем возглавлял Виктор Николаевич Зиновьев. Это исследовательская работа пожарной опасности тех процессов. Что такое взять нитроклетчатку, которая хранится в спирте, надо ее очистить, надо ее высушить. Сушили нитроклетчатку, взрывчатое вещество, сушили в специальных муфельных печах при температуре 60 градусов. Бывали случаи, когда и хлопки были. Поэтому техпроцесс был интересен, сложный. Это, так сказать, дало возможность как-то и окунуться в последующем эту технологию. Ну и другие, значит, заводы вычислительных машин, приборов, значит, на Верхней Часовне. Мы тогда его называли Ротановский завод, поскольку первый директор был Ротанов. Интересный человек. Значит, познакомились. Вот, развитие этого производства тоже было. Они выпускали специальное оборудование для Министерства морского, для военно-морского флота. Это очень тоже, ну, закрытые предприятия. И вообще в городе было много закрытых предприятий оборонного комплекса. Поэтому вот знакомство с этой категорией людей, с инспекторского состава, было своеобразной школой. В 1963 году Юрий Федорович поступил в Академию высшей школы МВД СССР. Но учеба давалась тяжело. Приходилось учиться заочно, сдавать экзамены в Москве. На факультете надо было выполнять курсовые работы. И одну из курсовых работ мне предложили рассмотрение проектной документации, разработку противопожарной защиты мемориального центра. Здесь много вопросов, которые надо было решать. Это исследовательская работа, это большая работа нормативная, значит, расчетное обоснование тех или других процессов защиты, противопожарной защиты мемориального центра. Это сегодня мы так просто говорим, ну, подумаешь, значит, мемориальный центр. А там внедрялись системы защиты и расчетные обоснования противопожарной защиты. Расчетные, а не просто. Поэтому это, значит, своеобразие, значит, этой работы.
значит, были и казусы при работе. Какие? Значит, казусов было очень много. Во-первых, сейчас отделочных материалов, значит, мы встречаем вплошь и рядом много хороших и посредственных, и опасных. А тогда не было отделочных материалов. Надо было выполнять противопожарную защиту. Значит, уже расчетным путем. Колонны металлические, пределы огнестойки. То есть противостояние огню они имеют очень мало. Их надо защитить. Для того, чтобы выполнить эвакуацию из помещения, достаточно быструю. А она была заложена там 1.5 минуты, 6 минут из полностью, из всего комплекса. Надо было обосновать, значит, ширину, значит, проемов, удаленность от самого невыгодной точки в зале до выхода наружу. Все это должно быть расчет. Поэтому и количество дверей, значит, рассчитывалось, и удаленность, это все рассчитывалось. Для того, чтобы обеспечить, значит, предотвращение развития пожара, необходимо было выполнить, значит, какие-то огнестойкие конструкции. Еще двери, значит, в театральной, значит, сценической части должны быть огнестойкими. Мы их специально выполняли. Огнестойкие, они выполнены сегодня, они работают, эти огнестойкие. Для того, чтобы защитить сценическую часть, тоже нужно было выполнить определенный расчет и, значит, выдать рекомендации по противопожарной защите. Это и спринклерная система, и дренчерная система. Это система автоматического обнаружения и тушения пожара. Отделочный материал, если зайдете в мемориальный центр, то все стены выполнены из искусственного мрамора. А это не случайно. Все желали выполнить побыстрее и подешевле. Значит, а здесь работала пожарная охрана как раз вот в этом плане. Значит, в подвальной части помещения большое количество, значит, агрегатов, складов, трансформаторных подстанций. Ведь для того, чтобы трансформаторы и подстанции представляли из себя, значит, определенную трудность, в подвал маслонаполненное оборудование, значит, размещать нельзя. Поэтому нужно было решать вопрос размещения сухих трансформаторов. Это обеспечивало пожарную безопасность. И вот таких вот мечей. Дальше надо выпустить дым. Если вы когда-нибудь встречали, значит, тушение пожара, как работники пожарной охраны тушат пожар в подвальных помещениях жилых домов, то видно о том, что это составляет большие трудности. А тогда у нас и аппаратуры защитной для личного состава не было, приборов. Поэтому, значит, надо было сделать устройство для выпуска дыма. Вот вы проходите около мемориального центра и не знаете о том, что там большое количество окон, они специально выполнены, и, значит, их можно открывать, эти окна, для выпуска дыма. То есть они по низу идут, да, около фундамента, да? Да, вдоль дали. То есть вот таких вот моментов очень много. При производстве работ встречались большие трудности. Во-первых, большое количество огнеопасных работ. Значит, и один из случаев я вам просто расскажу. Он трагический мог быть для и мемориального центра, и для сотрудников пожарной охраны, для меня лично. Значит, 5 сентября, значит, 69 года произошел пожар. То есть это накануне открытия получается, ну, да? Значит, за год, собственно. Угу. 5 сентября. Значит, было окончание, значит, проведения кровельных работ. Была очень такая погода нехорошая. А битум для
производства работ был уже готов. Значит, выполнить подъем битума, значит, ведрами или какими-то, значит, бадьями не представлялось, значит, возможным, поскольку битум сразу остывал, и работа, значит, получился брак в работе. Поэтому было принималось решение полностью емкость, разогретую с битума, поднять наверх. Значит, ну, мы понимали, какую пожарную опасность это все, какой пожарной опасности ведет. Значит, и всячески сопротивлялись по проведению этих работ. А все наши сопротивления у меня, кроме меня, закрепленного приказом по ОВД, было еще 3 человека. Мурзаев Павел Васильевич, сейчас, значит, и 2 участника Великой Отечественной стычки. По-своему, грамотные, значит, мудрые ребята. Мы все делали для того, чтобы обеспечить пожарную опасность. И в этот день, когда вот это случилось, мы собрали рабочий люд, рабочий кровельщиков на, значит, кровле, провели инструктаж проведения работ, заставили каждого расписаться, каждого посмотреть, где первичные средства пожаротушения. Но не учли, что при подъеме вот этого котла с битумом возможно, значит, возникновение пожара. При подъеме, при опускании котла на кровлю, значит, он немножко качнулся. И разогретый битум на металлические разогретые конструкции вылился. И произошел пожар. Растерянность была ужасная. К счастью, по словам Юрия Федоровича, накануне за сутки до пожара на кровлю было поднято большое количество белого цемента в мешках. И вот именно этим цементом все, кто находился в тот момент на месте трагедии, сумели забросать горящий битум. Случилось хорошее. Рабочий, который поднимал краном, значит, емкость, он увидел переполох, увидел большое пламя, и котел еще не отстегнутый полностью от крана начал поднимать. А ветер был очень сильный, и вот где горельеф Ленина по этой стене, был большой выброс разогретого мазута на только что отделанное здание. 150 метров было залито битумом. Никто не знал, как себя поведет битум и, значит, мрамор. А мрамор это был дорогой и трудоемкость большая, значит, в работе. Ну, бюро обкомпартии, значит, до бюро оставалось где-то там 5-6 часов. Начали исследовать сразу приборы, значит, как это будет выглядеть, что делать, все. Ну, бюро расправлялись с нами. Значит, ну, первоначально было принято решение на бюро обкомпартии партийный билет отобрать у меня. По тем временам, что такое партийный билет отобрать? Это значит жизнь. Вот. Поэтому, ну, шло бюро, объявили, значит, сдать партийный билет. Я хотел его сдать уже, взял, пошел. Но, значит, был такой председатель комитета государственной безопасности Назаров. Полковник. Ну, значит, а я работал с работниками комитета безопасности. Там же у нас большое количество было, значит, условно-досрочно уврожденных, расконвоированных, работали на работах, на черных работах. Значит, он говорит, ну вот,
Мы считаем, что здесь нет оплошности работников пожарной. Есть обстоятельства, которые заставили выполнить работы, значит, в тяжелых условиях. Ну и, значит, мне билет отдали сразу там. Значит, часть людей наказали. Это воспоминания, которые, значит, постоянно, так сказать, преследовали долгое время. Я об этом часто рассказывал ребятам. А вот как, вы сказали, был залитым битумом часть облицовки? Как почистили? На другой день привезли из Москвы специальный прибор. Значит, зачистят материалы. Это, значит, участок стены. И сразу прибором, нет ли желтизны. Но, значит, была температура низкая, и битум, который, значит, был выплеснут на стену, это где-то метр 150-160 было залито, значит, он не впитался. И поэтому, значит, большой разницы нет. Не было разницы между, значит, покрытием, которое было, значит, не повреждено, и покрытие, которое было, все это конструкции повреждены. Ну, это был единственный пожар в Ленинском мемориале, это да? Это был, да, единственный пожар, очень тяжелый, и его, конечно, его управление пожарной охраны переживало, и все. После этого столько было, значит, комиссий Москвы готовились к столетию после эксплуатации мемориального центра. Здесь и на уровне заместителя министра, и начальников главка, всего только-то не было. Все равно что-то надо было применять для отделки материалов. Дом политпросвещения, вы посмотрите, дом политпросвещения. Это древесно-стружечная плита, она крайне опасна. Для того, чтобы обеспечить ее, там тоже применялись методы, значит, огнезащитной обработки. Mm-hmm. Сценическая часть. Вот мы говорим о внедрении сценической части. Для того, чтобы сцену сделать театра, любого театра, не только этого, любого театра, необходимо материал, древесина, пропитанная, не обработанная, пропитанная огнезащитным составом. А пропитка огнезащитного состава проводилась только в Ленинграде. И, значит, Соровский завод готовил тоже, значит, древесину, которая пропитывалась. Мы пробовали выполнять эту огнезащитную пропитку здесь. Это не такая простая работа. Вот. Значит, это вот тоже одно из внедрений. То есть много таких вот. То есть вы попробовали все-таки все тоже сделать, конечно, так же, да? Конечно, делали. Ну, а потом, значит, у нас же, это же не только этот объект. Закрепленный за нами объект был. Значит, вот лично за мной и за группой вот этой вот. Гостиница «Венец». Mm-hmm. Дом политпросвещения. Не дом политпросвещения, это Дворец профсоюзов. Он тогда, Дворец профсоюзов. Mm-hmm. Дворцы профсоюзов. Стены внутренней части зала отделаны древесиной. Древесиной. Какой древесиной? Как выполнять? Специальное покрытие разрабатывалось, в том числе и нашей лаборатории. Вот это разрабатывалось, внедрялось. Здесь потом, значит, специально применялись краски. Такая огнезащитная. То есть здесь вот в этом плане. Есть ведь как. Вот один архитектор говорит, так можно и заменить можно. А был такой архитектор Андрей по Дворцу профсоюза. Он говорит, нет, будет только так. Ищите. И вот приходилось искать. Делать, обрабатывать. Здесь вот и краски применялись, и специальные составы применяли для обработки. Больше того, составы еще были не апробированы, составы не были разрешены для опробования, закрытые составы.
значит, работали специалисты при закрытых дверях. То есть то много тут вопросов было. Это вот ваша работа продолжалась, наверное, до 72-73 года, да, после того, как. Вот. А потом на какие объекты вы перешли? Ну, гостиница «Венец» строилась. Когда началась строиться, все понимали о том, что 76 метров гостиницы надо выполнять защиту. Надо, возможно, эвакуация людей в случае пожара. Что делать? Нам пообещал исполком областного совета, что нам приобретет для пожарной охраны специальную лестницу. А их лестницы таких не упускались. Они в Финляндии выпускали, до Америки. Значит, мы ждали, ничего не получили. И когда монтировался 14 этаж, мы взяли и приостановили строительство. Что такое приостановить строительство мемориальной зоны? Это, значит, сразу что делать? Что делать? Был такой главный инженер проекта Баныкин. Это глав Ленинградстрой. Лензнеев. Значит, приезжает сюда. Что делать? Мы ему предлагаем, значит, незадымляемую лестничную клетку. Вы вообще представляете, что нет, это так? Нет. Вот, незадымляемую лестничную клетку. Надо. А кто ее знал? Как ее делать? Я ездил в Москву, значит, несколько раз. А здесь надо было выполнять уже по ранее созданному зданию. С торцевой стороны, с улицы Труда, если вы вот подойдете, значит, с Гончаровой, то вы увидите стена, значит, гостиницы с проемами незастекленными. Это вот как раз лестница низа. Эту лестницу мы настояли сделать. И она нам в последующем заслужила хорошую службу. У нас был пожар на 18 этаже. Серьезнейший пожар. В каком году? Я вот сейчас... Есть у меня, но я как-то не помню. Но это уже 80-е годы. Служебному на 18 этаже произошел вечером, значит, пожар. Гостиница «Венец» имеет очень сильную, очень большую противопожарную защиту. Там и количество воды достаточно в подвале и наверху. И система обнаружения пожара, система дистанционного сообщения о пожаре. Если пожар произошел, значит, в гостинице «Венец», то мы автоматически получаем сообщение, значит, на центральный пункт связи. Все было сделано, все. Поднимаются люди наверх, а там более 40 человек оказалось отрезанным. Но у нас системы защиты сработали, и самое главное, сработала система защиты, в том числе и незадымляемая лестница. Открыли лестницу, вывели людей, попустили вниз, спасли. После этого был указ президиума Верховного Совета о награждении 5 человек. Ну, дальше уже стал строиться в 75-м году авиакомплекс, да? Вы тоже там принимали участие, да? Это тоже своя история. У нас не было никогда. У нас приборостроительный завод, Министерство авиационной промышленности. Это передовое предприятие по пожарной опасности, технологический процесс. Я вам здесь покажу, значит, что мы внедряли противопожарную защиту этого здания. Но и то у нас крупнейший пожар был на приборке. Сгорел корпус. Был начальник Тулаев, его сняли с работы. То есть вот авиационно-промышленный комплекс – это совсем другая статья. Технологии неизвестные нам. Надо было учить, изучать. И потом площади застройки такие, что сегодня это самое большое предприятие здесь, в округе. Я, значит, когда кончали строительство, пришел с вопросом строительства, значит,
моторного производства. И меня направили в Жуковское для того, чтобы посмотреть, оценить и какие-то решения принимать по противопожарной защите. Там, на месте, в проектные решения. А здесь уже на месте. Значит, это наши конструкции здесь, наше здание. Это что-то неповторимое. Неповторимое. У нас Руслан с полными крыльями, полностью оборудованный. Если там испытание фюзеляжа крыльев, значит, производят в разобранном виде, то мы имели возможность выкатывать Руслана своего, значит, в полной готовности. То есть тут это все, а потом противопожарная защита. Да, какие тонкости там учитываются? Тонкости вот какие. Значит, нормативная база в 62-м году изменилась. Если раньше у нас были одни нормы, но я вам могу называть эти нормативы. 102-54 – это проектирование промышленных предприятий и населенных мест. Это все было одно. А в 62-м году было принято решение строить быстро и дешево. Что такое строить быстро и дешево? Это уже почти исключается весь железобетон. Это металлические конструкции. Быстро и дешево. Как дешево? Если панели бетонные навешивать, это дорого. Дорого. И конструкции должны быть мощные, расход стройматериала. Поэтому принимается решение строить из металла. А ограждающие конструкции и покрытие выполнять, значит, и штамп настила, который утепляется сгораемым материалом. Вот это вот пенополистирол. А что такое пенополистирол? До этого, значит, это было уже разрешено. Пожарная охрана разрабатывала требования пожарной охраны. А окончательное решение по возможности при применении материалов давал Кострой СССР. И первые решения Кострой СССР, они оказались очень тяжелыми. Сгорает Бухарский хлопчатобумажный комбинат. 44 тысячи квадратных метров. Только что выполненное, значит, производство обеспечено польским оборудованием. С польское оборудование тогда было текстильной промышленности. Самое лучшее, сгорает полностью. Значит, происходит пожар в Тольятти, на ВАЗе. Происходит пожар у нас, значит, в Димитровграде. Сгорает и обрушилось 13 тысяч квадратных метров производства. А где это было? Это Димитровградский автоагрегатный завод. Да. Выезжает сюда комиссия. Вот представьте себе, завод питает. КАМАЗ, автомобильный завод. Иж производство, Ижевский завод, завод Ленинского комсомола, Москва, частично снабжает всем этим оборудованием. Это стеклоподъемники, это вся фурнитура светящаяся, это, значит, осветительная аппаратура на машинах. И все вдруг встало. Там есть гостиница «Радуга». Не были никогда? Нет. На 300 мест. Ее смели, из нее выселили за каких-то 2 часа. Всех выселили. Приехало Министерство финансов, Госстрой СССР, Министерство обороны, Министерство строения, машиностроения. Каких только начальников там не было. Начальниками. Кто виноват в том, что сгорел? Пожарная охрана. Вот так. А, значит, пожарная охрана здесь ни при чем. Мы до этого делали фрагменты
испытывали площади и говорили, что площади выполнены с такими конструкциями, мы не потушим. Не потушим. Мы давали заключение, отсылали в Москву. Камский автомобильный завод. КАМАЗ. Все моторное производство сгорело. В этом корпусе, который сгорел, из таких, конструкций, работал 9 тысяч человек. В Госстрой СССР был, есть такой Копчегайский, значит, завод фарфоровый. И он сгорает. И вот только после этого начинается отступление назад. Начинается уже наступление, значит, и внедрение противопожарной защиты. Во-первых, утеплитель надо было снять. Мы как могли, так и сопротивлялись. У нас ни одной конструкции на авиационном поле. Нет у нас пенополистирола. Нет. Хотя душили. Каких только доводов не было. Но представьте себе, они же все Анциферов, значит, там этот, ну, все сисцов. Это же не просто, это же величины. Но многие из них, они понимали о том, что, значит, крайне опасно. Вот Аполлон Сергеевич Сысцов, вот потом министр авиационной промышленности был, он нас всячески поддерживал. В 1996 году Юрий Федорович Рассадин ушел на заслуженный отдых, но сидеть дома не смог. 3 года он трудился вместе с сотрудниками музея пожарной охраны Симбирска-Ульяновска над созданием экспозиции. Сейчас Юрий Федорович продолжает работать над книгой об истории пожарной охраны Симбирска-Ульяновска.